Три проблемы в вашем доме, которые могут высосать всю энергию. Наш дом – это священное пространство, где мы ищем мира, гармонии и духовного обновления. Однако некоторые распространенные проблемы могут негативно повлиять на энергию окружающей среды, говорят эксперты. Сегодня главред расскажет три проблемы, которые могут быть в любом доме и истощить вашу духовную энергию. Хаос в квартире или доме. Беспорядок в вашем доме может оказать значительное влияние на вашу духовную энергию. Когда в вашем пространстве слишком много беспорядка и скопления предметов, застойная энергия может накапливаться и, таким образом, препятствовать свободному потоку хороших вещей. Это может привести к ощущению тяжести, усталости и даже эмоциональным блокам. Чтобы избавиться от негатива, сделайте уборку. Обязательно выбрасывайте ненужные вещи с хорошим настроением. Как говорят эксперты издания Terra, хранить в доме нужно только те вещи, которые действительно значимы и приносят радость в вашу жизнь. Отсутствие связи с природой. Отсутствие связи с природой может негативно сказаться на вашей духовной энергии. Жизнь в помещении с небольшим воздействием солнечного света и природной красоты может лишить вас полноценной силы. Это может привести к ощущению застоя, отсутствию вдохновения и духовному выгоранию. Купите счастливые растения в дом, создайте небольшое открытое пространство, например, сад или крыльцо. Вы почувствуете моментально прилив положительной энергии в доме. Место силы. Нехватка места силы в вашем доме может привести к тому, что вы почувствуете себя оторванными от мира и не сможете восстановить свою духовную энергию. Создайте свой небольшой уголок силы, где можно будет провести медитацию, отдохнуть мыслями и расслабиться.